Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в нашем выпуске. В сентябре по всей стране в Карачаево-Черкесии стартует прививочная кампания против сезонного гриппа. В школе номер 6 города Черкесска запланирован масштабный ремонт. Общероссийский субботник, посвященный столетию Карачаево-Черкесии, пройдет 26 августа и 2 сентября на территории республики. Итак, к главным новостям. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темризов принял участие в традиционном августовском совещании учителей, в рамках которого отличившихся педагогов Карачаево-Черкесии отметили ведомственными наградами. «Будущее страны неразрывно связано с качественным образованием. Развитие образования, создание необходимых условий для комфортной работы, поддержка талантливых детей и педагогов, повышение престижа учительского труда являются важнейшими составляющими государственной политики», сказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, открывая мероприятие. В своей приветственной речи сенатор Российской Федерации Крым Казаноков подчеркнул, что в республике ведется большая работа по совершенствованию системы школьного обучения, реализуются профориентационные проекты, улучшается материально-техническая база, ведется капитальный ремонт и строительство школ. На мероприятии также обсудили ключевые вопросы развития системы образования. Особое внимание было уделено организации патриотического воспитания подрастающего поколения. Капитальный ремонт пройдет в школе номер 6 города Черкесска, которая была построена в 1957 году. Будут заменены все инженерные сети, обновлен фасад, пройдут многие другие строительные работы. Планируется также возвести пристройку к школе. Работы начнутся в январе следующего года и закончатся 1 сентября 2023. Напомним, в настоящее время в Карачаево-Черкесии в рамках реализации регионального проекта «Модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесии» проводится капитальный ремонт в 23 школах республики. На 18 объектах работы будут завершены до 1 сентября текущего года. В Черкесске продолжится работа по обновлению автобусного парка городского общественного транспорта. Ранее в этом году в Черкесске на линию вышли 20 комфортабельных многофункциональных автобусов «Вектор Next». Они рассчитаны на 52 места, 19 из которых посадочные. Автобусы в модификации «Доступная среда» с низким уровнем пола, расширенным дверным проемом и механическим пандусом. Они оснащены пневмоподвеской для мягкого передвижения, системой ГЛОНАСС, GPS-оборудованием. В салоне пассажирские кресла с антивандальным покрытием и износоустойчивые рифленые полы, предотвращающие скольжение. Городская дума Черкесска 5-го созыва завершает свою работу. На итоговом заседании было рассмотрено 19 вопросов. В частности, депутаты утвердили схему размещения рекламных конструкций, положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства и благоустройства, внесли изменения в порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Гордума также поддержала инициативу Черкесской городской клинической больницы увековечить память заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина Черкесска Ситу Марабатчаева, установив мемориальную доску на доме, в котором он жил. Мэр республиканской столицы Алексей Баскаев поблагодарил депутатский корпус за совместную работу, инициативность, неравнодушие к чаяниям и заботам горожан. Он подчеркнул, что депутаты совместно с сотрудниками мэрии активно занимались развитием и благоустройством города, созданием комфортных условий для жизни, обучения, работы и отдыха. За профессионализм, добросовестный труд, развитие местного самоуправления депутаты и сотрудники аппарата Гордумы были отмечены различными наградами. В Карачаево-Черкесии идет подготовка к единому дню голосования. В избиркоме сообщили, что помимо стационарных в республике появятся передвижные избирательные участки. Они будут задействованы в том числе, если по каким-то причинам избиратели не смогут попасть в помещение для голосования. На этот случай муниципалитеты, где в сентябре будет избираться депутатский корпус, предоставят необходимое число автобусов, а избирком оснастит их всем необходимым для процедуры голосования.
Информацию комментирует председатель территориальной избирательной комиссии по городу Черкесску Мария Алакаева. Одно дело подготовить мобильные избирательные участки, но также мы должны подготовить и людей нашей участковой избирательной комиссии для того, чтобы они правильно выполнили переход голосования с стационарного избирательного участка в мобильный избирательный участок. Для этого в рамках обучения наших участковых комиссий мы обучать будем и данному механизму. Данный порядок использования мобильных резервных избирательных участков утвержден постановлением нашей избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики, и в обучении мы будем использовать именно этот порядок. Естественно, в приоритете здоровье и жизнь избирателей, затем очень важно избирательным комиссиям сохранить документацию и затем, насколько это возможно оперативно, продолжить голосование уже на резервных мобильных избирательных участках. 31 августа с 10:00 в приемной президента Российской Федерации в Карачаево-Черкесии исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Расул Таубиевич Тикеев проводит личный прием граждан. Прием проводится в целях повышения эффективности рассмотрения обращений по вопросам соблюдения налогового законодательства Российской Федерации, качества предоставляемых налоговых услуг, проблемным вопросам, с которыми приходится сталкиваться гражданам в процессе исполнения своих налоговых обязательств. Запись на прием осуществляется по адресам и телефонам: Черкесск, Красноармейская, 54, кабинет номер 111, телефон 26-70-60, и Черкесск, улица Первомайская, 45, кабинет номер 3, и улица Красноармейская, 70, кабинет 33, а также по телефонам 26-35-21 и 26-69-78. Отделение Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии ведет заблаговременную работу по подготовке документов к назначению пенсии с гражданами, выходящими на пенсию. Как пояснила заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбиева, в случае, если каких-либо документов не хватает, то специалисты Пенсионного фонда самостоятельно сделают необходимые запросы в архивы, в госорганы иностранных государств или в организации, где ранее трудился человек, а также при необходимости проведут другие процедуры по уточнению сведений на его индивидуальном лицевом счете. После этого будет проведена предварительная оценка всех документов. Так как на это требуется время, то обращаться в Пенсионный фонд России лучше заблаговременно за 24 месяца до предполагаемого выхода на заслуженный отдых. Строительство и капитальный ремонт более 10 километров берегоукрепительных сооружений планируется завершить к концу текущего года в 4 муниципалитетах Карачаево-Черкесии. Это позволит защитить от паводков социальные объекты и частные домовладения, где проживают порядка 4000 человек. В этом году уже завершены работы по берегоукреплению на реке Уруб и ремонт дамб на реке Тиберда. Об этом рассказывает министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Диана Качкарова. В рамках празднования столетия республики мы постарались с значительным опережением графика сдать объект. Как объект на реке Уруб, это строительство берегоукрепительного сооружения, так и капитальный ремонт на реке Тиберда в Карачаевском городском округе. Это два социально значимых объекта, они направлены на защиту населения от негативного воздействия вод, от затопления, подтопления домовладений. Все мы понимаем, что на этой территории проживает огромное количество граждан. Эти люди на протяжении долгих лет, можно сказать, что испытывали такие вот неудобства с угрозой затопления, подтопления. Было даже чрезвычайное положение, в котором, к сожалению, были вот такие вот негативные последствия, что им необходимо было даже оставлять свои домовладения. И понимая всю серьезность вот этих вот объектов, мы постарались ускорить эти мероприятия. В сентябре по всей стране в Карачаево-Черкесии начнется прививочная кампания против сезонного гриппа. Планируется привить не менее 60% населения. Специалисты считают, что заболевшие гриппом из-за ослабленного иммунитета больше рискуют подхватить коронавирус.
Одновременное инфицирование вирусом гриппа и ковидом приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. Центр имени Гамалеи разработал новую версию вакцины «Спутник Ви», которая адаптирована под штаммы коронавируса «Дельта» и «Омикрон». В преддверии нового эпидсезона Минздрав России разрешил одновременно вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник Ви» и делать прививку от гриппа. При этом препараты вводятся в разные части тела. Такое решение было принято на основании исследований, показавших отсутствие снижения иммуногенности вакцин при их одновременном введении. Представители Карачаево-Черкесского отделения благотворительной организации «Российский детский фонд» при поддержке регионального филиала ПАО «Росгидро» помогли приобрести школьную форму и канцтовары детям из малообеспеченных семей и детям из Донецкой и Луганской народных республик. Помощь уже получили 3 семьи из Донецка и Луганска. Они смогли сами выбрать, в чем больше нуждаются. В Черкесске по факту попытки сбыта 100 свертков синтетического наркотика возбуждено уголовное дело в отношении двоих граждан Таджикистана 19 и 20 лет. Полицейские при производстве осмотра места происшествия около дома номер 79 по улице Костахитагурова в Черкесске обнаружили и изъяли 100 свертков с наркотическим веществом метадон общей массой более 24 граммов, предназначенных для последующего сбыта. Фигуранты задержаны, расследование продолжается. В Черкесске оперативники по горячим следам задержали подозреваемых в кражах из автомашин. В дежурную часть обратился 40-летний местный житель. Он сообщил полицейским, что неизвестное лицо путем свободного доступа из его автомашины, припаркованной около дома, совершило кражу автомагнитолы. В этот же день с аналогичным заявлением обратился еще один житель Черкесска. По горячим следам по обоим кражам установлены подозреваемые. Ими оказались двое жителей Черкесска, 21 и 20 лет, которые задержаны и дали признательные показания. Похищенная техника изъята и будет возвращена законным владельцам. С 1 сентября начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии моему коллеге Умару Текееву рассказала исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия, она рассмотрена Госдумой в третьем чтении, называется «Дачная амнистия 2.0», и ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра, направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Беспилотная авиация проводит мониторинг лесопожарной обстановки в Карачаево-Черкесии. Накануне специалисты выезжали в район Софийских водопадов Зеленчукского района для проведения тренировочных полетов, а также мониторинга лесопожарной обстановки. С помощью беспилотных летательных аппаратов наглядно можно выявить и определить очаг, площадь, координаты территории, подвергаемые лесным пожарам, палам травы, паводку и другим опасностям. В республике стартовал осенний этап продаж по программе туристического кэшбэка. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кэшбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют все регионы страны. Тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой МИР, и на эту же карту автоматически возвращается 20% от стоимости поездки.
Общереспубликанский субботник, посвященный столетию республики, пройдет 26 августа и 2 сентября на территории Карачаева-Черкесии. В ходе открытого чата в телеграм-канале глава региона Рашид Темризов призвал жителей региона присоединиться к генеральным субботникам. В рамках субботника будут очищены общественные и домовые территории, гостевые дороги, популярные места для отдыха жителей и гостей республики, берега водных объектов. Мероприятия пройдут во всех населенных пунктах республики. Запланировано участие более чем 10 тысяч человек. Любой желающий может присоединиться к масштабной акции. Для уточнения участков проведения уборки можно обратиться по номеру 26-48-94. Студенты колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова принимают участие в Международном детском культурном форуме на территории ВДНХ в Москве. Форум направлен на развитие и укрепление творческих связей, приобщение детской аудитории к российским и мировым достижениям в области культуры, поддержку творчески одаренных детей, популяризацию отечественного историко-культурного наследия. В афишу включено свыше 60 различных мероприятий, которые разделены на просветительские и фестивальные. Это лекции, творческие мастерские, круглые столы и арт-школы. Юных участников форума также ожидают встречи со знаковыми деятелями культуры. В Черкесске 27 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой в кинотеатре «Чарли» состоится бесплатный показ трех российских фильмов. Это «Чемпион мира», в основе которого лежит история матча за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Второй фильм – фантастическая комедия «Пара из будущего». И третий – «Последний богатырь. Посланник тьмы». Показ фильмов начнется в 18:10 «Последний богатырь», в 20:45 «Чемпион мира» и в 23:00 «Пара из будущего». Напомним, «Ночь кино» – это ежегодная всероссийская акция, которая включает не только показы известных фильмов, но и лекции, экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами. В этом году она пройдет в регионах уже в седьмой раз. Организаторы акции «Ночь кино» – Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.рф». 28 августа на всесезонном курорте Архыз откроется этап первой всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года, а именно соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «Маунтинбайк». За титул сильнейшего будут бороться 76 велосипедистов. Всероссийскую спартакиаду в этом году принимают несколько регионов страны. В Москве разыграют комплекты медалей по 18 видам спорта. Республика Татарстан проведет соревнования по 11 видам, Московская область по 6, Санкт-Петербург по 3. Соревнования также пройдут в Краснодарском крае, Новгородской, Калининградской, Челябинской, Новосибирской, Тульской областях и Камчатском крае. Спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали золото и две бронзы на всероссийском турнире по панкратиону, который прошел в городе-герое Севастополя. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 регионов России. Карачаево-Черкесию на турнире представили воспитанники бойцовского клуба «Альфа» из города Карачаевска. Так, по итогам турнира золото выиграл Леон Кипкеев. Бронзовые медали завоевали Ислам Шидаков и Эльдар Байчоров. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 29-34 градуса выше нуля. В горах местами до 29 градусов выше нуля. В южных районах высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки 33 градуса выше нуля. Реклама. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке новое грандиозное шоу «Генерация. Вещанная сказка». Код города 87937-296-58. Город 0+. Это все основные новости Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева.
Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия».